Здравствуйте, забронировали сотовый телефон Xiaomi Redmi Note 8T 4 на 64. Внешнее состояние хорошее, небольшие царапинки на дисплее, еле заметные. Корпус чуть-чуть тоже с потертостью. Ну и основной момент — это битое заднее стекло. А так в целом все абсолютно работает. Значит, камера. Фокус есть. Передняя. То же самое фокусирует. Фотографии делает. Далее об устройстве. 4 оперативы на 64 встроенный, Android 10, к Wi-Fi сети к нашей подключен, сеть видит, сим-карту тоже видит, вставлять ее не буду, к аккаунтам никаким не привязан, отпечаток и пальца и Face ID тоже работает. По звуку например поставим музыку какую-нибудь, кнопки увеличения и уменьшения звука тоже работают. Звук хороший, не хрипит. И касаемо зарядки. Заряд держит. Гнездо не расшатано. В комплекте нету ничего, то есть ни чехла, ни коробки, ни зарядки. Вот, то есть только один телефон.